9 часов утра в поликлинику на улице Пожарского прибывает коллектив химкинского предприятия МГМ «Логистик». Для 29 работников транспортной компании организовали коллективную диспансеризацию. Благодарим вашего директора за его социальную ответственность, за понимание важности сохранения вашего здоровья. Сейчас наши коллеги из поликлиники вам организуют этот процесс так, чтобы у вас остались приятные воспоминания. Одним из первых на обследование отправляется директор компании Денис Беляев. Сначала у него берут кровь для общего анализа. Впереди еще предстоит сделать флюорографию, проверить работу сердца, измерить давление и другие показатели. Здоровье сотрудников на первом месте. От этого зависит эффективность работы коллектива, отметил директор компании. Мы заботимся вообще в принципе о здоровье наших сотрудников. В пандемии мы делали ПЦР-тесты для сотрудников и... Администрация городского округа Химки предложила нам организовать диспансеризацию. Мы сразу же согласились, потому что для нашей компании важно здоровье наших сотрудников. Коллективная диспансеризация в Химках не редкость. Администрация города совместно с депутатами предлагают проверить здоровье всем работникам химкинских предприятий. Вся диспансеризация полностью бесплатна. Они могут в свободное от работы время прийти сюда группами людей, группами сотрудников и провести полное обследование организма своего. После обследования все пациенты получат результаты анализов и рекомендации от врачей. Александр Сергеев, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.